Аллах шахид. Аллах свидетель. Чигагой, зумунг змаки свазаф. Они выжигают нашу землю огнем. Ничего. Мы будем тушить ее их кровью. Товарищ капитан, ну что у нас сегодня? Плановые облеты или по наводке? Что пакуем-то? Знания умножают скорбь. Древние говорили. Чё? А паковать будем то, что Бог даст. Братцы, давайте сыграем по-крупному, а? Ну делайте ставки, господа. Я говорю, стрелковая. Продукты питания и лекарства. Чего? Так, Мануилов, чё спим-то, а? Давай на сигареты сыграем. Ну, а вдруг выиграешь, нам с товарищем капитаном пачку отдашь. А давай поспорим, что этот джигит даже не курит. Ничего, скоро закурит. Этим грузинам все спорить и спорить. Снаряды реактивные, 100%. Вах. Да говорю вам, мины повезут. О, щука включился. Ну чё, кто следующий? Алло, чё скисли-то? Мануилов. Мануилов! В разведке каждое мнение учитывается. Даже твое слабо. На что ставишь-то? А он ставит на то, что духи цистерны с лимонадом Буратино повезут. Так, все, заканчивайте это спортлото. Товарищ капитан, ну вы же сами по две пачки в день шмаляете. Я сказал отставить игры на ставки. Есть. Цинки с патронами паковать будем. Я в доле. Цинк с патронами. Цинки с патронами, духи повезут. Цинки с патронами, духи повезут. Цинки с патронами. Цинки с патронами, духи повезут. Цинки с патронами, духи. Опа. Группа, внимание. Готовность 5 минут. Где же вы, милостивый государь, шею-то подхватили? Так, спальники-то трофейные. Прошу. Ой, да. Не желай многого. Древние говорили. Да уж. Башки чекан, на кого скоро? Не ругайся. Что голову попадет, глаз увидит. Да у нас гости. Караванцев.
Не караванс, а бабайс. Мишка, попробуй, вижу караван. Принял. Наблюдаю. Караван. Товарищ майор. Товарищ майор. Дозор на связи. Есть караван. 8 вьючных, около 40 охраны. Расстояние 300. Связи. Работаешь минами по первой отметке, понял? Бухов! Слышь, придурок. Ладно, я пошел, прикроешь. Кнопку раньше времени нажми. Всадник мой. Смотри, не промахнись, Щенгачкук. Достал уже. Ну-ка, сыграй ему на нашей флейте. Давай. Смотрим караван, собираем трофеи. Все. Кончилось. Наши за трофеями пошли. Цинки с патронами духи привезли. Цинки с патронами. Бухов чемпион. Пакуем. Так что по две пачки нам с товарищем капитаном скидываемся. Ты оценил, Бухов? С
профессионалом играешь. Товарищ капитан, вы как в водку глядели. А товарищ капитан никогда не ошибается. Духи привезли, цинки с патронами. Ухов! Духи не довезли. Лучше ты курил, чем пел. А? Займись делом, Бух. Дай. Как группа? Группа в порядке. Потерь нет, собираем трофеи. Что с рукой? С рукой? Нормально. Мануйлову помогите. Ара Мануйлов, выходи, блядь, все закончилось. Послушай дядю Армения. Бух, часики закишь? Монтана. Ну. 16 мелодий. Uh-huh. А это что? Чу-чу-чу. Да? Часы дарю. От чистого сердца. Дешевка китайская. Петр, связь с базой. Караван приняли. Потери нет. Пусть вызывают вертушки. Есть. На связи, слышу вас, 732. Сережа, гостиницы получены. Просим воздух. Квадрат 15-2-57. Принято. 732, квадрат 15-2-57. Анюта, если я опоздаю на концерт, займи местечко около себя. Да? Связь закончена. Петерс, что вы воздух? Вертушки на подлете. Старшой! Дымы! Анюта! Анюта! Что, завяли Анютины глазки? Ну ты же их не поливаешь, Петерс! Их поливать надо, чтоб не завяли! Мой обожаемый друг, интеллектуал и знаток женского сердца, ефрейтор Бухов. Пшел ты! Понял. Ослов-то за что? Ослов? Ослы, дух съедет транспорт. Ничего не поделаешь. Жалко их. Жалко, вы пчелки. Если мы их не завалим, они завтра на них РСы повезут, из которых тебя обстреляют. Или мины, на которые ты наступишь. Жалко. С боевым крещением, Манулов. Печаталась на 3 года вперед. Пальцы вон все синие. Надо машинку электрическую. Ага, где ее взять? В Кабуле разве что. А ты у зама по тылу попроси. У него попросишь. Он только про мужские машинки думает. Про газы 66-е, Уралы. Про женские ему не заикнись, пошлет. Не то, что зам палит. А он, между прочим, интересный мужчина. Я бы с ним
Закрутила. Чек, голова еще не кружится? Нет, не кружится. Один раз живем. Приедешь в союз старухой. Кому будешь нужна? Почему старухой? Сморщишься здесь под этим солнцем долбанным. Трупы, калеки. Здесь у женщины год не за два, а за пять идет. Поэтому и с мужиками надо в пятикратном размере. Не ври. Всем нужен один единственный. Скажи, ты хоть когда-нибудь любила? Много ты понимаешь. Психолог. Прости. На концерт идешь? Или смена у тебя опять? Не знаю. Ну давай колись, кто приезжает. Вам связистом первым сорока на хвосте приносит. Ну, певица какая-то молодая, цирковой артист и чтец. Ёпрсете. Вот ко всем Кобзон, Розенбаум, а к нам чтец. Самсонова! Да иду я! Не вздохнуть, не продохнуть. Оль! Манойлов. Как идет обучение? Здравствуй, Мархан. Здравствуй, мой друг. Проходи, проходи. Присаживайся. Что это? Подарок. Мне? Look. Конечно. Какая красота. Иди посмотри. Хорошо, сейчас вернусь. Здравствуйте. Что-нибудь случилось? Разрешите обратиться к господину советнику, полковник. Обращайся. Фарид. Здравствуйте. Вы знаете, что это? Да, конечно. Это SA-7 Грааль Эджипт. Yes. Да. У советских эта установка называется «Стрела». Они начали выпускать ее 15 лет назад и хорошо знают, как от нее защищаться. Они полностью контролируют небо Афганистана. Мне это известно. К тому же в комплекте с ракетой он весит 15 килограмм. Да. Тяжеловат.
И что вы предлагаете? Стингеры. Нам нужны стингеры. Надир. Все нормально. Я понимаю. Мы думаем сейчас, как это сделать. Я знаю, чего вы опасаетесь. Уверяю вас, ни один стингер не попадет в руки советов. Это невозможно, клянусь. Давайте еще немного подождем. Я терпелив. Терпелив и мой народ. Но каждый день терпения уносит чьи-то жизни. Ты свободен. Извините. Какая дерзость. Махмуд. Я приношу извинения за него, советник. Все нормально. Он прав. Но я не сказал ему, что первые два комплекса уже прибыли на вашу базу. И испытания мы поручим именно ему. Вот как? Да. С моей базы? Да. Уверяю вас, скоро в небе над Афганистаном все изменится. Я обещаю. И да поможет нам Аллах. Воины, в 3 километрах отсюда застава Шурави. Мы ее обстреляем из пулеметов. Застава вызовет вертолеты. Мы выведем вертолеты сюда под выстрел. Задача ясна. Береза, Орлу шестому, вас слышу. Береза, Орлу шестому, вас не слышно. Прием, прием. Товарищ подполковник, 7-18, экстренный выход Орла шестого. Находимся под обстрелом, нуждаемся в помощи, связь прервана. Так точно. Совсем обнаглели! На джипах в открытую подкатились и жахнули из пулемета! Вы их там по скалам размажьте! Понял, товарищ подполковник! Давай! Обходим облачность. Тянем, потянем, а вытянуть не можем. Прям как репка. Дед за репку. Бабка за... За кого там бабка-то? А, ну за да, за девку. Помнишь сказку? Чё молчишь? Я эту сказку своему сыну по вечерам читать буду. Ты думаешь, сын родится? А как же, конечно, сын. Ну, и никак иначе. Жена написала, что уже толкается. Локтями, наверное. Ну, если толкается, это хорошо. Боевой, военным будет. Да хорошо тебя. Скоро отпуск. Когда ж мы отсюда выйдем?
Да скоро, скоро. Они скоро замирятся. Ой, не верится мне. Дураки подушкой, говорят, задушили. А мина наша им грохнули. А Кармаль вообще в Москву убежал. Теперь мы уйдем. На Джибулу точно скинут, факт. Ну, мы уйдем, другие придут. Так всегда бывает. Так, внимание, подходим к точке. Они уже здесь. Аста! Гони! Правда! Гони! Командир, вижу цель. Так. Духи. Две машины. Атакуем. Мне первая, ведомому вторая. Здравия желаю. Простудились. Под афганским солнышком думаю, что поправитесь. Да и горный воздух, я надеюсь, всем пойдет на пользу. Садитесь. Где стингеры? Разведка, жду доклада. Товарищ генерал-полковник, товарищи офицеры, по данным разведки на территорию Афганистана на сегодняшний день поставлено около 400 комплексов. Путь передвижения засекли? Не удалось.
Все было проведено предельно тайно. Тайно. А теперь явно. 400 наших вертолетов могут быть уничтожены противником. Да, товарищ генерал-полковник. К сожалению, средства нашей защиты устарели и на данный момент являются неэффективными. Угу. Считаю необходимостью захватить комплекс или чертежи. Для этого мы прекращаем полеты и останавливаем войну. Да? 24 часа проспали. Вам этого мало? В каком районе они хотя бы находятся, эти стингеры? В квадрате 1432. Кто за него отвечает? Товарищ генерал-полковник, за квадрат 1432 несу ответственность лично я. Новиков, почему до сих пор тобой ничего не сделано? Товарищ генерал-полковник, я как раз сегодня хотел представить вам подробный план операции. Долго думаешь? С твоими способностями стингер мог уже лежать здесь, на столе. Виноват, товарищ генерал-полковник. Выполняй приказ. Так точно. Всю местную агентуру на уши поставь, но информацию добудь. Точность прицела зависит от тебя, разведка. Есть. Звезда Героя Советского Союза тому, кто первым захватит комплекс. Поймите, для нас это очень важно. Для всех нас. 7 лет мы господствовали в небе, а сегодня наши летчики боятся летать. Боятся летать! А кроме нас, их никто не защитит. И вот еще цензура остановила одно письмо. Вот. Это пишет наш боец из Афгана своему другу. Знаете, что его больше всего волнует? Что он живет с матерью в Волгограде в маленькой комнате. И что гроб с его телом может там не поместиться. Вы понимаете, что полармии живет сегодня под куполом страха? Мы должны переломить эту ситуацию. Новиков, лично от вас я жду результата. Так точно. Все. Идите работать. Я прошу тебя лично сопровождать караван со стингерами, который пойдет по маршруту от Джри-Черикар. Ты знаешь это направление? Конечно. А Шурави пусть думает, что караван пойдет восточнее, через Шинколь и Усвали. Я знаю, как им подбросить эту информацию. Отлично. Значит, Шинколь и Усвали. На подготовку один день. Да поможет нам Аллах. Аллаху Акбар. Товарищи офицеры, прапорщики, бойцы, сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях молодую, подающую надежды певицу. Поприветствую! Танечка на сцену, Танечка, Танечка. Что такое? Что? У меня к вам просьба. Вы нашу певицу определите на ночь к девушкам. Ну, чтобы не было там всяких разных недоразумений. Да о чем вопрос, товарищ артист? Определим, охрану выделим. Любимый город, как говорится, может спать спокойно. Спасибо, боец. Давай. Она называется «Я с тобой». Нам было б некуда лететь,
Ночь размывает границы, чтобы в глаза твои смотреть. Но в небесах отражаясь, мы остаемся на земле. К трубке щекою касаясь, я буду думать о тебе. Поверь, если дождь поселился в окне, если крылья сгорают в огне, ты глаза на минуту закрой. Я с тобой, я с тобой. И когда наши строки пусты и горят за спиною мосты, в светлом небе последней звездой, я с тобой, я с тобой. Тени разбуженных улиц пересекают наш маршрут. Ветер нас губы целует, и в старом парке листья жгут. Если бы мы были птицы, нам не сжимало в сердце грусть. Птица с землею простится, а я с тобою остаюсь. Поверь, если дождь поселился в огне, если крылья сгорают в огне, ты глаза на минуту закрой. Я с тобой, я с тобой. И когда наши строки пусты и горят за спиною мосты, ну чё, джинсы подошли? Подошли. Хорошо. Шарп три семерки где? Будет. Когда? Через неделю будет. Ну вот через недельку и будет. Так, прапорщик, разговорчики отставить? Слушаюсь. Ты там поосторожнее. Платье импортное. Куплю. Куплю. Куплю я тебе платье. Еще. Одну. Тихо. Ну чего ты испугался? Не заметит. Продолжай. Продолжай. Не отвлекайся.
Стрелихов! А? Че, духи, да? Да не знаю, по-моему! Я ворсная, не вздохнуть, не... Шарп себя! Да какой шарп, а? Это кто был? Бухов. Здравия желаю. Полковник Новиков. Так точно. Капитан Хасанов. Как долетели? Прошу вас следовать за мной. Прошу. Можно воды? Просто воды? Просто воды. Ольга, принесите воды холодной полковнику. Укачалась непривычки? Вот водичка родниковая. Петр Степанович, а у нас обед уже почти готов. А вы что предпочитаете? У нас очень хорошо готовят. Баранина на косточке, джалалабадские гранаты. Обед подождет. Хорошо. Пока только один вопрос. Вы подобрали командира группы? Майора Ковалков. Дерзок, умен, смел. За 6 месяцев 7 забитых караванов. 2 правительственные награды. Удачно у вас. Что у вас, подполковник? Вместе с этим майором где-нибудь на свежем воздухе. А пока я, с вашего разрешения, поработаю здесь у вас. Господин советник, ваш путь достаточно опасен, доктор. Это мой долг, советник. Пусть я просто сопровождаю караван, но это мой джихад, это моя война. Думаю, нет нужды говорить, что в случае столкновения с русскими вы должны будете уничтожить установки. Мы это сделаем, даже если для этого понадобится умереть. Умереть во имя Аллаха – для нас высшая честь. Иного ответа я не ожидал. Погрузка стингеров закончена, советник. Отлично. Как там у вас? Да поможет нам… Да поможет нам Аллах. Разведка получила приказ командования захватить образцы комплекса и переправить в конструкторское бюро. Караван пойдет мелкими партиями. Духи разобьются на небольшие группы. Наша агентура сообщает, что один из таких караванов пройдет в стороне от обычных маршрутов. Время прохождения тоже неизвестно. Единственное, что не вызывает сомнений, это то, что охраняет караван отряд доктора Надира. Слыхали о таком? Да. Известная личность. Нужна доразведка. Надо брать языка. В группе потребуется время для подготовки.
Делайте все, что нужно. Через час доложите план. Прежде чем вы вступите в священную войну с неверными, я хочу сказать вам, что каждый из вас должен помнить, что это ваш долг перед Аллахом. Если вы не выполните свой долг, попадете в ад. Так идите же и умрите за нашу веру. У вас ничего не осталось. В этом виновны русские. Освободим Афганистан от неверных. Да поможет нам Аллах. Пока все идет по плану. Кто-нибудь из них наверняка побежит к русским. Пусть думает, что это и есть тот караван, который перевозит стингеры. Да поможет нам Аллах.
Заткнись ты! Со склона глаз не спускать. Каминя чисто! Лезь сзади, Гелев! Пристрелил! Башку мозги сейчас вылью! А что надо? А? Кто? Там у дочь! Командир! Есть! Агать на мети, походит под хочет! Саид, а он в курсе, что у него мины в мешках? Майна, а с куча урды? Маешь хабар на дорог? Едь от маэста, к пара купил бомба, фуракар бубар. По хабарану у меня с маэста. Говорит, что хозяин заставил его зерно везти. Про мины в мешках он ничего не знает. Товарищ майор, обратите внимание на этого. Он не простой дух. Вот, посмотрите, часы даже дорогие. Давай этого в работу. Забирай. Слобода. Этого отпустить. Этот лишний. Машину взорвать. Есть. Заткнись! Здравия желаю, товарищ прапорщик. Здравия желаю. Это вам очень редкий тюльпан. Черный? Да, странно. Они здесь не должны расти. Их голландцы вывели. В 1600... Немедленно выбросьте за ограду и топайте отсюда. Они же редкие. Топайте отсюда, ухажер! Стойте! Вы из какой группы? 732-я. Везет мне на Ковалковских. Сколько служите? 6 учебки, 3 здесь. То-то не похоже вы на Черпака. Черпак знает, что черный тюльпан – дурная примета. Токаны называют. Которые наших отсюда в ящиках везут обратно. Вам понятно? Понятно. А на кого похож? На Чижика. Не обижайтесь. Не на Чижика. На студента недоучившегося. А вы угадали. Да? Да. И где вы учились? В МГУ, на филологическом. Филолог? Вот так штука. Я ведь тоже хотела туда поступать. Ну, не в МГУ, конечно, а там, у нас, на Урале. А вы мне потом стихи почитаете? Хорошо. А вы как здесь оказались? Вы очень красиво рисуете. Мне на дежурство пора. Вас проводить? Боец, смирно! Вас как зовут? Лёша. Вот так и стойте, Алексей, пока я до модуля не дойду. Есть. Thank you.
Это вам. На память. Мажбурет сад. Сойбет кис. Аги аги аб назани дамин чурим ему. Саид, ну что? Пусто, пусто. Говорит, мол, заставили. Он типа не виноват. Чего ждем? Он что, не знает про большой караван? Работаем. У вас времени до 8 утра. А вы, майор, ко мне немедленно. Есть. Слышь ты, чучело. Ты уже труп. В могиле сидишь. Тебя на караване взяли, мне даже доказывать ничего не надо. Если к вечеру не заговоришь, отправлю тебя в хат. Там тебе уши отрежут. И никаким гурием ты не попадешь. Переведи. Агар то шом гяб назаней. Как вчерашний концерт. Да концерт ничего, и певица тоже. Да, на гражданке получили. Да, побыстрее бы. Побыстрее бы на гражданке. Бухло есть? Это точно. Нет. Ну, я ж приказал достать. Да пошел ты, кусок. Поднимайся, пошли. Молодцы. Работаем. Пошли. Чтоб все ли сейчас было. Молодцы. Разрешите? Присаживайтесь. Заговорил. Это повар Амархана. Говорит, что Надир с караваном пойдет. Пойдет по краю зеленки, по кишлакам Шинкулю с Валя. В стороне от обычных маршрутов. Говорит, что разговор слышал, что Надир приказал мины туда везти. Подходы минировать будут. Что за груз? Да мутор чеборас. Манамеданам. Магарбара Киматиаст. Не знает. Но говорит, что очень ценный груз. Шинколю свали, почему там? Барочи озвули свали Шинколь. Намеданам. Марабахат надыхит. Он хамара мекушан. Он не знает, но просит, чтобы его в хат не передавали. Они его там убьют. Надир мара азурзасахтабуд. Мараб. Арабисиярха фасахтабуд. Он хочет нам помочь, потому что Надир в свое время его отца очень сильно обидел. И обида кровная осталась. Информация подтвердилась. Значит так, майор. Слушай боевой приказ. На 8.00 готовь выход группы. С командиром батальона согласовано. Приступи к выполнению. Есть. Разрешите идти. Работайте, Оковалков. Разрешите. Жара просто ужас. Условия у нас нечеловеческие. Эдуард Николаевич, у вас в Москве, в управлении, наверное, совсем другие условия. И у девушек есть возможность маникюр сохранять, потому что машинки электрические. Ольга Степановна, а хотите, я о переводе похлопочу? А это возможно? Ну, для старшего офицера генерального штаба ничего невозможного нет. Почти. Ну что, продолжим матч, Каспаров? Эдуард Николаевич, подождите. Настроения нет. Непостоянство ведет к беспорядку. Древние говорили. Ну-ка, давай расставляй. Слушай, откуда этот залетка нарисовался? Небось, из управы.
Угу. Чего он хочет, этот полководец? Этот полководец хочет Стингер. Лихо. Угу. И когда он его хочет? Чем быстрее, тем лучше. Вот думаю, как пройти незамеченным. Ну, чтобы не впустую, да и не рисковать. Не знаю, давай старым дедовским. Выдвинемся с колонны, отколемся где-то в кули, переждем до ночи. Любой пастушок донесет. Тут надо что-то оригинальное. Какой-то спектакль. Может, и спектакль. Так, Шука! Ты опять перехватила. Олик, тебе надо обследоваться. Дадим без скоро. Потерплю. Давай, играем дальше. Господа! Я! Давай мяч сюда! 18-15, построение в расположении. А что случилось-то? Экстренный выход. Давай, собирай всех. Как экстренный выход? Вань, газуй! Все в казарму! Что случилось? Опять экстренный? Как только начали играть, а так хотели этого грузина наказать за его длинный язык. Вот в следующий раз, ладно, поиграем еще. Эй, Мануилов! 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 Ищука, по-честному надо будет. Садись! Ничего, ничего. В МГУ футболу. Тренируйтесь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Амин. Ты только головой не дергай, ухо отрежу. Че, Манов, натер? Да никак, ботинком не привык. Привык, ты можешь. На, Манулов. Бери, бери. Мне мало тебе. Как раз будут. Классные кроссовки. Да, классные. Спасибо. Угу. Трофейные. С духа с одного снял. С духа? Да, с духа. Да ладно тебе, приличный дух был. Я его даже зауважал. Помню, полрожка ему садил в живот, а он все улыбается. Бежит, кишками трясет и улыбается. Я даже испугался. Думал, не упадет. Товарищ младший, разрешите воспользоваться? Не, упал. Тихо, тихо, благодарю. Что? Что ты как где? Товарищ сержант. Но. Сам ты девица. Девица правильно. Вам страшно? Знаешь, Манулов, если кто скажет, здесь не страшно, не верь. Пижон он, кто так скажет. Просто… Да делайте в присяге, нет.
дело совести. Первый. Если бы не совесть, можно было бы стаканчик с мочой от гепатитника выпить, и все, в Душанбе на коечку. Или кисть себе отстрелить на боевых, ну, пару пальчиков, и комиссуют. И жить можно. Так как? Как жить-то, Манулов? Ладно, разговаривать мы чего-то. Это, после ужина возьми ручку, клочок бумаги, данные в конце напишешь, фамилию, ну и так далее. У кота. Гильзу запихнешь. Как это? Сам ты у кота, понял? Сплющишь и зашьешь петлицу, мало ли что. Так хоть опознают. Латыш не дадил. Говорят, это метки смерти. Говорят, что кур доят. А доить пошли, сисек не нашли. Понял, Манулов? Понял. Ну, все. А пацан? Жгут лучше на приклад намотай. Для мягкости? Для твердости. А ты, Щукина, слушай, слушай. Когда твои мягкости на землю упадут, вот тогда и жгут пригодится. Смотри на деда. Для мягкости. Товарищ майор, разрешите обратиться. Обращайся. Возьмите с собой на караван. Зачем тебе? Отдыхай. Вы знаете, не могу я отдыхать. Слушай, туфта это все крещеных. Напрасно идем. Туда-обратно, только ноги сопреют. Будет дело, товарищ майор, я чую. За пулеметчика пойду, если что. Ты знаешь, зачем идем? Знаю. Ты уже мне военная. Секретная информация. Товарищ майор. Я там все киризы знаю. Местность. Под землей можно уйти, если что. Местность? Хорошо, собирайся. Утром выступаем. Только не пей. Я пью только, когда боевых нет. Товарищ майор, будет дело. Поживем, увидим. Оставляю тебя. Давай, будь мужиком. Я не уходи. Молодец. Молодец. Не ерзай. Не ерзай. Это вы? Здравия желаю, товарищ прапорщик. Стихи приготовили? Я. А что у вас там в коробке? Щенок. Щенок? Можно? Да. Можно? Да. Ты какой толстяк. Тебя как зовут? Какой хороший. Со стихами, видимо, не получится. Мы уходим. На караван. Когда уходите? Завтра с утра. Где молодой? Полагаю, разнашивать новые кроссовки, товарищ старший лейтенант. Ефрейтор Петерс, чтобы через 2 минуты он был передо мной. Есть. Принято. Товарищ прапорщик, я тут думал, я должен вам сказать. Что он ест? Гущеное молоко и печенье. Ань. Я тоже хочу тебе сказать. Вот оно как! А у вас тут живой уголок. А ты, юнат, только из учебки уже нашел себе боевую подругу. А ну-ка, дуй обратно в казарму. Я уже все собрал.
Ты не понял, душара? Я сказал вернуться в казарму. Наверное, он забыл направление. Так я покажу. Вон! Петерс! Туда! Петерс! Петерс! Ты оборзел бояться? Смирно! Отставить! Рядовой Мануилов! Ефрейтор Петерс! Кругом! Шагом марш! Это залет, боец. Это залет, ты понял? Мальчишки. Становись! Тихо, давай, быстро. Идем. Равняйсь. Смирно. Товарищ капитан, группа к осмотру построена. Больные жалобы есть? Нет. Отлично. Вольно? Вольно. Значит так, задание нестандартное. Акопян, пойдешь на склад, возьмешь китайские патроны и за... Снарядишь магазин? Есть. Щукин, нужна кровь. Литр лучше два. Возьмешь Мануйлова, пойдете к складу, зарежьте собаку. Кровь в банку сольете. Остальным получать дополнительный боекомплект. Алексей Алексеевич, патронов побольше. Старший, командуйте. Равняйсь. Смирно. Вольно. Вольно. Шарик. Он по минам лучше всех работал. Такие фугасы вытаскивал. А теперь то ли тол нанюхался, только коза раз пристала. Видишь, подыхает. Он от старости умирает. Ты что, доктор, что ли? Здесь знаешь, сколько всякой заразы непонятно? Он уже неделю мучается, не ест ничего. Смотри, на него больно. Держи, Мануилов. Держи. Давай сюда банку. Ну чё, режь давай. Я не могу. Чё ты не можешь? Не могу. Чё ты не можешь, Мануилов? А в ближнем бою тоже скажешь не могу? А духовский дозор по-тихому убрать тоже не сможешь? Это Афганистан. Это собака. Чадо станет отделанной. Держи, собака. Ну, собака. Собака. Вот она, собака. Прости, Шарик. Манулов, давай банку. Манулов. Черт. У тебя платок есть? А? Нету. Нет платка? Ладно, Манулов. Кровь любого на землю свалит. На, воды попей. На. Я помню, месяца четыре где-то назад здесь. Хотя ладно. Ты сможешь закопать? Да. Ну, давай тогда. Я в рот пойду.
Расскажите еще про Европу, доктор. Я учился там 5 лет. С каждым годом я убеждался, что только наша вера истинна. У неверных мягкий характер, и они падки на удовольствие. Эти бараны колются моим героином и становятся инвалидами. Что ж, чем больше в Европе инвалидов, тем лучше. Их можно будет брать голыми руками, когда мы придем. Ваши поля приносят отличный доход, доктор. Половину этого дохода я отдаю на священную борьбу. В каждой взорванной бомбе 1/4 осколков – это мои осколки. Понятно? Да, доктор Надир. Так что не смей считать чужие деньги. Спасибо. Верхний слой сухой оставили, нижний там нормально. Так, кто говорит? Я знаю, что так. Ты что не ешь-то? Не могу я. Душа не принимает. Неправильная позиция. Увидь основу в еде и отличись от других, древние говорили. Давай, наворачивай. Я не могу. Все, не могу это есть. Не принимает душа. Вот тут у меня это все сидит уже. Не могу я. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Мне второй чай. Кого нет? Рядового Манылова. Он собаку зарывает. Ну, собаку. Кровь. Чего я пошел? Ну как, Слобода? Давай, давай. Как ты? А вы когда обедаете, уже холодный? Нормально. Нормально хорошо или нормально плохо? Там вот. Нормально. Разрешите? Разрешаю. Спасибо. Как думаешь, командир, с духом, которого мы отпустили, получится? Ну как же? Ты сам говорил, что у искусства должен быть массовый зритель. Товарищи офицеры, приятного аппетита. Товарищ майор, разрешите обратиться? Ну? Ну, в общем, такое дело. У Петерса день рождения завтра. Ну, мы хотели поздравлять его. Завтра на боевые. Разрешите сегодня поздравить? Ну, конечно, давай. Все, братва, хорош ложками греметь. У нашего друга Петерса завтра будет день рождения. Ну, поздравляем его сегодня, поэтому Петерс, сюрприз! Это тебе! Красивый и очень вкусный, от души! Вот! Держи! Давай еще! Петерс! Петерс, ну, как говорится, до срока поздравлять плохая примета. Ну, так уж вышло. Ну, счастья тебе, здоровья. Мы тебя любим, ценим, уважаем. Ну, Щук. Петерс, помни, группа жива, если жив радист. Во! Золотые слова. Так что пусть рация твоя всегда выходит на связь. С днем рождения. Да. И в честь именинника праздничный концерт. Садись. Смотри. Брат, помнишь?
Брат, молодец, давай, давай, подпевай. Ты чё? Алло? Витю! Эй! Эй, Витю! Я дом вспомнил. Маму. Вадь Петержан, цава-то. Маму с грустью вспоминать нельзя. Давай! Давай! Чамай схдебиян хорны би. Если кто-нибудь из вас убьет хоть одного неверного, ворота в рай будут открыты для вас. Вы убиваете его не потому, что он ваш враг, а потому, что он враг Аллаха. Но и среди нас есть такие, которые стали врагом Аллаха, будучи одной с вами верой. Что мы делаем с таким человеком? Смерть! Этот неверный давно связан с русской разведкой. Он донес им важные сведения о караване доктора Надира. Ты предал нашу веру и своих братьев по оружию. Смерть! Разрешите? Войдите. Садитесь. Случилось чего? Да. Ну? Давай, не тяни резину. Товарищ майор, разрешите не ходить на операцию, разрешите остаться. Заболел? Страшно? Предчувствую, что убьют? Товарищ майор, решите не ходить на операцию. Решите остаться в части. Слобода. Там ничего серьезного не будет. Сожжем горючку в БТРах, прогуляемся, маленький спектакль устроим, потом вернемся. Я сон видел. Могилу у скалы, а вокруг духи бегают. Предчувствую, что убьют. Вы же знаете, я всегда сам первый прошусь. А сейчас вот тут вот щемит. Так, а что я остальным скажу? Что не скажу, они не поверят, сразу почувствуют. Даже если в санчасть тебя положу. Как баранов нас гонят. Старики кремлевские сидят с клизмами в заднице. Под себя мочатся, а нас гонят. А мы идем. Весь Афган раздолбали. Ни одного кишлака живого не осталось. А что мы кому хотим доказать? Как надо жить? Так они лучше нас живут.
У них вон в самой последней деревне. Кассетники, транзисторы, все есть. А у меня на родине. У брата плавок нет. Мне приходится вон плавки высылать, чтобы он мог на речке с девками нормально покупаться, а не как чмо последнее. Товарищ майор, разрешите не ходить на операцию. Разрешите остаться в части. Товарищ майор, разрешите не ходить на операцию. Разрешите остаться в части. Давай отдыхать. В 6 утра выступаем. Все, что я могу для тебя сделать. Вперед. Группа Смирна. Товарищ подполковник, группа к выходу готова. Вольно, командуйте. Группа вольна. Нужен Сингер. Будет Сингер, будет звезда героя. И еще. Сань, пацанов береги. Ты меня понял, Ковалков? Нижний. Ну, с Богом. Что случилось? Чайник на дороге. Чайник? А ты че лыбишься? Чайник, магнитофон, кукла, сапог старый. Здесь все для мин сгодится. Крещенок, Бухов. Работайте. Есть. Есть.
Товарищ майор, фугас. Стоит на неизвлечении под нагрузкой. Проще отойти и сдернуть. Работай. Есть. Команда, отход. Внимание, колонна. Впереди фугас. Отход 200. Усилить наблюдение. Солени. А? Домой хочешь? А кто не хочет? Домой. К маме. Да попадешь ты к маме. Поедешь ты домой. А потом сразу ко мне, в Тбилиси приедешь. С родными познакомлю. Потом на море съездим. Настоящий хачапури, настоящий хинкали, настоящий чурчхела, ты понимаешь? Ты... Товарищ майор, дорогу проверил. Все чисто. Можно ехать. По машинам! Между прочим, ваша чуршвела – это наш шуджух. Апрельскую операцию под Баграмом. А, это когда наши союзнички, никого не предупредив, отступили при первых же выстрелах. Командиром там был Давлет Марат. Ты его должен знать. Он еще тогда у нас был в разработке, но фактов не хватило. Ну вот, а мне он открыт и понятен. Лучший вариант – запустить дезинформацию. Он как раз сейчас гостит у брата жены здесь, недалеко в Кишлаке. Хорошо, а какой повод заехать в Кишлак? А я обещал старейшинам завести пару мешков риса. Голодно у них тут. Ну, давай. Красиво здесь? Да, красиво. Год назад еще красивее было, когда вон оттуда гранатометчики по нашим колоннам палили. Кишлаки пришлось бульдозерами сносить. Крестьяне, кто в Пакистан не ушел, приползают на эти поля. Знаешь, что здесь росло? Конопля. Золотое дно было. Крестьянину миску риса дают за мешок конопли. Он и рад по уши. Вот такие поля обычно дуть контролируют. Но зеленые тоже примазываются. Да и правительство не прочь поиметь такого дела. А кроме конопли здесь и нет ничего. Как ничего нет? Ты чё, Щук? А про алмазы чё ты ему не рассказываешь? Ты их тут до чёрта в Панжере, Бадахшане. Нашим бы деятелям выше тут побольше разработать, да алмазики качать. А то валиваем в эту войну, а отдачи ноль. Дураки. Все равно здесь красиво. We'll be right back.
Крещеных, за мной. Щук, давай по-быстрому в Дукан смотаем. А? Петерс, день рождения. Водки возьмем. Вернемся, отпразднуем. Да у меня фушек нет. Но у меня есть. Не, водка-то хорошо, но… Щук, ты что, дрейфишь, что ли? Я вон Манулова на шухер возьму. Давай. Петерс, ведро давай. Ведро? Сделаю. Манулов за мной. Салам. Ассалам алейкум. Салам алейкум. Валейкум ассалям. Хубасты, харисты, четуристы, джумиджур, бехе хубасты. Я на минуту только. Минуту. Ну, заходи. Заходи. Ладно. Ты же знаешь, у нас так не принято. Кушайте, кушайте, кушайте. Не задерживаться. Чё спишь, Манулов? Да не сплю я. Иди. Салам, Эдеми, салам! Заходи, пожалуйста, Манулов. Милости просим. Вот, будь салам, здесь. А. Как торговля? Чем богаты, тем и рады. Косметика, косметика, смотри. А. Беги, беги. Только привезли. Купи, девочки. Дембель будет, сразу подаришь. Да дембель еще дожить надо. Короче, у друга день рождения. Водки нам давай. А, нет. Как нет? Нет, совсем нет. Кончился. Как нет, ты че? Есть водка. Цену набиваешь? А, нет, клянусь Аллахом, нет. А, шаров. Шаров есть. Чуть-чуть. Немножко. Сейчас нам. Да, сейчас. Шаров. Маску тас нам. Шаров. Смотри. Смотри, какой шаров. На. А? А не потравимся? Нет. Сейчас проверим. За базар отвечаешь? Конечно. Ну, пей. Мне нельзя. Да ты чё? Нет. Нам нельзя. Ты что? Петерс, прикрой. Ты что, кишки, что ли, наружу выпустить, а? Так, подожди. Нельзя. Тихо. Сейчас отходим. Сейчас я пью, подожди. О-хо. Да, сейчас я пью. Давай. Да, пью. Ты свободный, афган. Да, свободный. Да, сейчас. Давай, будь здоров. Я пью. Все, хорош. Нажрешься сейчас. Живой. Живой. О. Три таких. Три. Не добавил. Три. Раз, два, три. Три. На. Еще. Живой. Три. 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 Эномоза. А, еще.
давай, давай, давай. Берите, ребят. Вот так, все, все. А, подожди, ребят, совсем забыли. Голова нет, голова. Смотри, смотри, что есть у меня. Смотри, что есть у меня. Такой бесстыдный, бессовестный женщина, смотри. О, какая, смотри. А? Мурня, мурня, я называется. Такой, купи, купи. Бух, бух. Малый лоб. На голых баб, хочешь посмотреть? Все, все, все. Все то до дембеля забудешь, что там, как у них. Ага. Конфет младшему возьму погодь. Конечно, иди конечно. Сюда. Рассчитайся с дядей. Давай, давай. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Принимай. Манолов! Яков, шевели! Если что надо, заходи. Заходи. Шайтон. Манолов, бегом! Зачем? Зачем вы патроны Лукашеву продали? Они же патроны всех наших! Заткнись! Заткнись, Мануилов! Я тебе не щука! Я тебе сопли вытирать не буду, понял? Мануилов, ты же в нашем деле пионер! Ты ни черта не смыслишь! Какие дела? Это трибунал! Мануилов! Заткнись, Мануилов! Послушай, эти патроны называются Второй фронт! Мне их товарищ капитан дал! От этих патронов и духов очень сильно голова болит, понял? В смысле? А в том смысле, что там не порох, а взрывчатка! Один выстрел башку отрывает, а? Мануилов, понял? Все у нас недоделанный! Оружие подобрал! Дура дурой. Давлет, дорогой, если ты выставишь людей на тропах в Исхоле, я буду чувствовать себя спокойно. Выставлю людей, усилю караулы в Исхоле. Будем помогать тебе, командор. А когда вернешься с зеленки, буду дома тебя ждать. Хорошо будем сидеть, плов афганский кушать будем. А войне говорить совсем не будем. Не будем, не будем. Худа, Афис. Счастливо. Колледжер, контроль. Саидов. Худа, Афис. Ассаламу алейкум, Эй! Оран башек! Аджайтан бахзи! Давай! Хубасти кока! Башуме! Тоже мне. Воины-интернационалисты. Гуманитарная помощь. Бухов! Они просто голодные. Эти голодные потом по нам стрелять будут. Это дети. И эти дети тоже тебе в спину стрелять будут, понял? Мог бы только пострелять. Тихо. Ты к прапору лучше не лезь. Он 79-й здесь. Один взвода остался. До сих пор за своих мстит. Бухов, автомат возьми. Народ с пустым желудком легче поставить под ружье, а древние говорили. Вань, поехали, что ли? Русские хитрят. В Исхоль никто не пойдет. Все знают, что караваны там не ходят. Русские пытаются нас обмануть. Я счел бы своим долгом предупредить доктора. У доктора Надира свой план. Шурави не догадаются об истинном маршруте каравана.
подходит? Годится. Ну, давай, устраивай свой спектакль. Режиссер. Группа с брони. Старший саперов ко мне. Здесь место закладки имитации взрыва. Есть. Слобода! Я. Щукин, Манулов, займитесь антуражем. Скрещенных, пошумите вот в этом секторе. Есть. Крещенных. Есть. Схилатца, Акопян, быстро переодевайтесь в духовскую одежду и в головной дозор. Есть. Есть. Саидов, ко мне. Да. Сударь, у вас гранаты имеются? Да-с. Посоревнуемся в дальности метания? Можно-с. Все непременно-с. Сделаем. Так точно. Внимание, группа! Военный, возьми ящик с патронами. Удобнее будет прыщи давить. Внимание, группа! На все про все у нас 7 минут. Давлет, доктор всегда ценил твою преданность. Когда война с неверными будет закончена, он щедро тебя вознаградит. Кто командир этой группы? Майор Аковалков. Охотник за караванами. Доктор рассказывал про него. Это очень хитрый человек. Он использует нашу тактику. Не все русские понимают, что здесь нужно только так воевать. Вот такой Шекспир. Что случилось? Русские приняли бой у Северного хребта. Кто их атаковал? Никто не знает. У русских подбита одна машина. Аллах все видит. Наши братья повсюду. Я думаю, это была хитрость. Русские высадили группу. Они заглотили наживку. Пошли туда разведчиков, пусть внимательно все осмотрят. Ну что, уходит? Купились, душа. А ты думал? Еще бы. Спектакль-то отличный, как по Станиславскому. Я смотрю, капитан, ты театрал. Мама в театре работала актрисой. Серьезно? Ну? Так, ждем захода солнца и выходим. Thank you.
Алексей Алексеевич, а у вас семья есть? Нету. Между прочим, Тюрчхэлла и Суджух – это две разные вещи. Ты понял? Приедешь ко мне в Тбилиси, я тебе сам докажу. А может, ты ко мне первый? В Ереван. Чего я? Суджух же вкуснее. Вкуснее. Что я там потерял? У вас даже моря нету. У меня тоже нету. Мамка меня бросила. Певица. О. Дебильнусь, найду ее. Моря нету. Зато есть Сиван. Сиван. Гарни. Арарат. Ты знаешь, брат, я с детства мечтал увидеть Арарат. А я Казбек. Увидим, брат. Обязательно увидим. Увидим. Пойдем. Чамайс хдебиян хурнен би Арга ивэлэ бэнэ дзэрай Суйга сивэр сайдэ заувай Вэхни сабэл дистэрай Суй Манело, держи сектор. Видишь? Птицу что-то спугнуло. Пойду посмотрю. Ваш ход, сударь. Бар ике уч. Уйдет, я когда-нибудь выиграю или нет. Бабаис. Не Бабаис, Муджахидинс. Точно. А пьеску-то без нас переписали. Командир, к нам гости. Две полные коробочки. Возможно, третья. Конца колонны не наблюдаю. Черт, их под сотню. Это нам привет от повара. По нашу душу. Не вступаем. Пропустим и наведем вертушки. Пропускаем. Thank you.
Ветрина на базу! Приняли бой! Нужна помощь! Принял! Всем припад березе! Приняли бой! Береза, 7-3-2, слышу вас. Приняли бой! Нуждаемся в помощи! Более сотни духов! Тяжелое оружие! Береза, 7-3-2, не слышу вас. Семь, три, два, ответьте. Товарищ подполковник, 7-3-2 приняло бой. 3 единицы техники, тяжелое вооружение. Более сотни противников. Связь прервана. Петр Степанович, они попали в засаду. Нуждаются в помощи. Так точно. Остаюсь на связи. Ну что, хорошо, Эдуард Николаевич? Так лучше? Разрешите, товарищ полковник? Есть информация по группе Ковалкова. Докладывайте. У них идет бой, им нужна помощь. Но не бой, обычная работа. Или я ошибаюсь? Нужно послать резервную группу и звено 24-х. Отставить. Эти ваши крокодилы налетят, накроют там все в кашу. Я что, обломок трубы в Москву повезу? Товарищ полковник, там моя группа, и я… Хватит. Этот ваш Ковалков охотник, сами говорили. Он там не с танковой колонной воюет. Будем ждать. Чего ждать? Информация повара не подтвердилась. Караван хорошо охранялся. Это ловушка. Это хорошо спланированная операция, товарищ полковник. Соврал. Вперед, Омарами Гирей! Петр, связь! Срочно! Thank you.
как же Арарат? Да будет воля Аллаха. Да будет воля Аллаха. Что, собака? В игры играть решил? Пока последний из неверных не уйдет с нашей земли, смерть будет брать каждого. Подбросьте ему потом бритву или кинжал какой. И вообще, Петр Степанович, контролируйте эмоции. Зацепило? Царапина. Бриться мешать не будет. Что со связью? Нет связи. Петерса нет. Слободы. Слобода, как чувствовал. С собой. Гранату накрыл. Еле ушел. На минут через 5-7 здесь будет полная ярмарка народу. С медведями, с цыганами, в общем, как мы любим. Акопян, Скеладзе. Я последний. Ну, что будем делать? В полутора километрах отсюда, на северо-восток, есть аул. За ним заброшенные штольни. Там до войны выработка велась. По ним уйдем. Ясно. Крещеных бух в голове. Есть. Капитан Исаидов сзади. Вперед. В огне, если дождь поселился в окне, если крылья сгорают. Между прочим, мне сегодня один полковник намекнул, что я спелая и упругая, как виноград. В общем, как ягодка брожу. Смотри, не переброди. А ты чего, опять киснешь? Не знаю. Предчувствие какое-то дурацкое. Ой, ну, сколько раз уже такое было? Ну, нет связи. Но потом все возвращаются, все живые. Скажи, тебе совсем все равно? Ой, если каждого ждать, плесенью покроется кровать. Не этот, так другой. Ну, найдешь ты еще своего принца. Родишь ему 5. Я уже нашла его.
отдыхаем. Саидов, Бухов. Я. В охранении. Есть. Есть. Командир, у нас улов. Мина. Пойду еще пробачу. Дай глоточек. Устал. Можно мне тоже? Дал спирт. Иди лучше, за водой сходи. Ну что, вроде оторвались. Не думаю. Фора максимум на полчаса. Ты вообще понял, что произошло? Режиссер. Заигрался стратег. Связи нет. Патронов максимум на 10 минут серьезного боя. Пацанов полгруппы положил. А главное, не мы на них, они на нас охотятся. И охота еще не окончена. Если Надир нам подбросил пустышку, то где-то здесь совершенно точно идет караван со стингерами. Астагфираллах. Немеге кирди. Немеге кирди. Немеге кирасан! Нема как хибор бирге киришке! Хайрат бадан! Нельзя касаться чужой жизни! Нельзя! Сева! Ну ты же знал, что нельзя! Нельзя входить сюда! Нельзя! Он нашлился! Астагфираллах. Там духи! Много! Уходим! Быстро! Быстро! Саид! 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 Сева! Сева! Сева!
Ребенок, прикрываем! Группа уходит! Я на подрыве! Саидов, ты про Гайрат говорил? Ну. Что это такое? Гайрат – это чувство собственного достоинства. Нанга-намус – честь, репутация. А мусават – это равенство. Да, свобода, равенство и братство. Чего же они тогда наши-то убивают? Раз они такие порядочные-то, а? Да потому что это их земля. Вот и убивают. Ты типа не понимаешь. Я вообще не понимаю, зачем Бухов к этой бабе полез. Ахмо, Ахмоса. Что ты сказал? Эй, дурак, дурак, я говорю. Кто ты? Черт. Бухов дедомовец. И мать в младенчестве на помойку выбросила. Поэтому он бабу ненавидел. Певицу помним? Ну так вот. Бух всегда мечтал, чтобы его мать на певицу была похожа. А мне еще это. Фотокарточку показывал, старую мяту такую. Че за фотка? Да откуда я знаю? Актриса какой-то. Журналы вырезал. Слышь, Саидов? Да. А чем на гражданке заниматься? Я в НИАЗ учился. Я на филфаке в МГУ. А увлекаешься чем? Петь люблю. Петь? Ага. А я марки собирать люблю. Дома хорошая коллекция марок. Тише. Мама в Союзпечати работала. Редкие марки приносила. Сюда прибыл, думал, афганских найду. Ни одной. Почты у них нет, что ли? Есть у них почта. Есть. И не хуже, чем твоя Союзпечать. И пока мы здесь лазим, они уже знают, где мы и сколько нас, понял? Да ладно тебе. Это же филателист. Вслед иди, филателист. Понимаю, человек так боится смерти и бросается на гранату. Ты про свободу, что ли? Ну, вот это его сон. Знал же, что умрет. И все равно. Да брось ты. Не скажи. Ничтожное становится совершенным. Пойдем.
Проверь на тайник. Ответьте. 7-3-2, ответьте. 7-3-2, ответьте. Семь-три-два, ответьте. Уходим. Щукин, вперед. Есть. Крещеных замыкающий. Под ноги смотреть. Давай, Щука, вперед, давай. Да-да-да.
Ну-ка, давай, 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 давай. Сюга! Командир! Что? Сюга что-то. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу подполковнику. Обращайтесь. По группе Оковалкова информации нет. На связь они больше не выходили. Могли бы и мне доложить. Я руковожу операцией. Идите отдыхайте. Еще светло. Успеем отправить резервную группу и звено вертушек. Рано. Если не выполню задание, всю ночь обратно идти. Подождем до утра. А если не выполнили? Будем ждать. Нравится журнальчик? Очень. Очень. Отвлекает. Я вам советую. Или может мне назвать фамилии тех людей, которые ждут Стингера? От меня, от вашего Ковалкова. От вас лично. А, впрочем, зачем? Скоро праздник. Включите телевизор, они все там. На трибуне мавзолея обычно стоят. Куда это вы, подполковник? Я вас не отпускал. Устал, забыли? Да пойду телевизор посмотрю. Кончай молить, нашел время. Я за Шукина молился, чтобы он как шахид в рай попал. Что, никто не знал, что у него больное сердце? Я знал. Почему же его не комиссовали? Ему месяц до дембеля оставался. Он сам не захотел. Ничего. Недолго тебе. Скоро сдохнешь. Вперед. Загибается бардач. Видимо, кто-то где-то цепанул хорошо. Оставлять его нельзя, засветимся по-глупому. Мануилов,
Помоги дедушке. Отставить. Сам дойдет. Ну что ж, сам так сам. Манулов, ты пить хотел? Вон водичка стоит. Все, на выход. А это чего? Я пить не буду. Пусть он пьет. Он раненый. Слышь, Саидов, ты заканчивай свою философию, понял? Да, пить будет. Голову мочить будет. Бе. Пей. Бе, кока. Пей, ты поправишься. Иншаллах. Иншаллах, хуб миши хамма чиз хуб хочет. Полковник, а что слышно о группе Оковалкова? В засаду попали. Бой приняли потом. Связь оборвалась. Слушай, Саш, мне запретили поисково-спасательные. Поэтому я тебя прошу, завтра на рассвете. Пройди по маршруту группы. Посмотри, что там да как. Хорошо. А главное, чтобы этот московский гость ничего не знал. Куда ты полетел? Зачем? Скажу, плановый облет. Лады, давай. Ага. Мить, готов? Я же говорил, что надо было помочь дедушке. Они по нам из могил стрелять будут. Они Бухова, мы тех крестьян. Они Разумовского, мы минеров. Они Саидова, мы старика. Такая арифметика получается. И когда же эта арифметика закончится? Когда кто-то первым перестанет стрелять. Вперед. Дистанция 15 метров.
запрещенных, слышишь? Пара грузовиков, не больше. Два джипа, 6 человек охраны. 2 пулемета. Серьезно. Берем транспорт. Ты первую машину, я вторую. Мануилов. Я. Рюкзак оставь и за мной. Есть. Говорит, что будет. Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич. Аллах справедлив и всесилен. Амархан будет доволен таким подарком. Твои муки, мое, будут долгими. Ты будешь умолять тебя убить. Эй, Шурави! Мне кажется, ты что-то тут искал. Ты искал караван? И что? Вам никогда не взять это оружие. Мы будем сбивать ваши самолеты, ваши вертолеты до тех пор, пока вы не уйдете отсюда. Мой брат погиб. Он погиб как герой. А ты сдохнешь! Как трусливая собака! Этот майор – важная птица. У Амархана другие планы на него. Я плевал на планы этого жирного осла. Я не прячусь в Пакистане за американскими спинами. Ты будешь учить меня воевать.
Простите, доктор. Иди в машину. Это подло. Шахиду так нельзя уметь. Товарищ мэр, группа заданий выполнена. Стингер у нас. Охота закончилась. Это хорошо. Одежду с духов сними. Нам переодеться надо. Я полежу, отдохну. А ты... машину проверь на ходули. Есть. Обязательно выздоровеешь. Покажи, а? Покажи, личико. Ну, покажи. Сердце прихватило. Потерплю. Ничего, ничего. Не могу. Не лезет. Не принимает душа. 7-3-2, прием! Чем Березов! Покажи, Березов! Уходи! Какие новости от летунов? Выходил на узел связи авиации. Вертушки работали в указанном квадрате. Наблюдали только сгоревшую технику. Группы в указанном квадрате нет.
Так. Свяжись с ними. Пусть они проверят весь маршрут по пути отхода группы. Там километров 15 проходит дорожный тракт. Пусть там тоже посмотрят. Так точно. Группа на связь не выходила? Нет. Понятно. Петр Степанович. Мне Леша щенка оставил. Так вот, тут все время спал, а сейчас убежал. Слышь, брось. Вернется Леша, обязательно вернется, вот увидишь. Обязательно. Семь, три, два, ответьте. Семь, три, два, ответьте. Семь, три, два, ответьте. Вы слышали, Петр Степанович? Наживала отдал приказ о прекращении огня, так что можно считать мою миссию здесь законченной. Свободно. Вы в Москву? Сначала в Кабул, потом в Москву, а там, может, еще какое задание, так что свидимся. У меня к вам просьба. Слушаю. Группа Ковалкова. Если они все, то посмертно героев. Но это дело непростое. Задание-то они не выполнили. И потом, погибли они или в плену. Это ведь еще разбираться надо. У нас ведь, Петр Степанович, героями просто так не становятся. Радиатор пробило. Наверное, осколком. Пойду воды принесу. Кишлаке. Одиночная Тойота. Пулемет наверху. Командир, решение. Мираж. Облетим кишлак, понаблюдаем. Огонь из кишлака! На боевой!
Харам. Нельзя. Атакуем, сразу уходим. Топливо на исходе. В машину! Двигатель заклинило. Дальше только пешком. Я уверяю вас, советник. Надир не мог подвести. Он взорвал себя вместе с грузом. Стингер не мог попасть в руки Шурави. Доказательства, уважаемый Амархан. Где доказательства? Надир. Надир мертв. Есть опасения, что его уничтожила та самая группа русских, которая выжила вопреки вашим утверждениям. Я повторяю вам, запомни, если Стингер окажется у русских, наши поставки оружия могут резко сократиться. Будете воевать по старинке. Что вы имеете в виду? Рогатками. Саш! Саш! А? Ну что там? В общем, проследовали по маршруту группы. Никого. Возвращались. Возле кишлака Шаркай попали под обстрел. Преследовали джип. Нарвались на развертывание Стингера. Бой не приняли в связи с лимитом топлива. Пришлось вернуться на базу. Значит, караван прошел. Стингер у духов. Может, еще раз летать? Я боюсь, что... Ладно, Саш, спасибо, я пошел. Меня интересует, где группа Ковалкова? Товарищ генерал-полковник, группа Ковалкова пропала без вести. Но параллельно с ней под Кандагаром работала основная группа, укомплектованная исключительно офицерами спецназа, работают под прикрытием авиации и при полной поддержке воздушной разведки. Зачем тебе понадобился Ковалков?
Группа Ковалкова должна была отвлечь внимание противника и вызвать огонь на себя. С этой задачей, считаю, группа успешно справилась. Угу. Противник должен был быть полностью уверен в том, что именно группа Ковалкова и есть настоящие охотники за стингерами. Значит, ради этих стингеров ты пожертвовал людьми. Прошу прощения, товарищ генерал-полковник. Мы пожертвовали. Хитро. С самого начала ты знал, что они погибнут. И об этом ни слова прямому своему начальству, то есть мне. Товарищ генерал-полковник, я, конечно, понимаю ваши чувства, но я считаю, что разведка свою задачу выполнила. И теперь американцы не смогут уйти от ответственности. И... Не твоего ума дело, от какой ответственности не смогут уйти американцы. Ты хоть понимаешь, что ты подставил одного из лучших офицеров, а, возможно, и убил его? А вообще скажи, Новиков, ты помнишь всех погибших ребят из своего полка? Товарищ генерал-полковник, разведка свою задачу выполнила. Да, конечно. И я вправе рассчитывать на ваше понимание, уважение и внеочередное воинское звание. Свободен, товарищ подполковник. Пост к бою! Товарищ подполковник, разрешите доложить? Давай. Там духи, двое, с гранатометами. Разрешите дать огонь? Разрешаем. Есть. Высоту набрал. Угу. Смотрю, прям подо мной два духа. Ну, думаю, все, бабаи, хана вам. Ракеты к бою, на цель выхожу, а один из них прям вот так разрачивает стингер на меня в упор, понял? Я влево ушел, короче, а он... Тише.
Ну и чё? Своих чуть не грохнули. Вот так вот, Сережа. А ты говоришь? Я? Все хорошо. Все хорошо. Там крестами указано, где они лежат. Хорошо бы забрать их, похоронить по-человечески. А Мануилова к награде приставь. Пусть думают, что мы первые. Тебя тоже решили представить. Мне бы лучше баньку. Чего? Береги себя. Небо и земля долговечны, потому что живут не для себя. Древние говорили. Ну, чтоб к ужину вернулся. Пройдет время, и будут говорить, что эта война была бессмысленна. Будут врать, что смерть и тяжелые ранения на этой войне тоже не имели никакой цены. Не верьте этому. Мы пришли сюда и выполнили поставленную задачу. Мы сделали это так, как это сделала бы любая уважающая себя армия большого и сильного государства. Каждый, кто здесь умирал, умирал для того, чтобы жил следующий. Чтобы жили мы.